Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем прохождение игры и Гладиатор Guild Manager. В общем, да, ребятки у меня подкачались, мы тут пару деньков пробили. И у нас три задания, Паук в городе, это босс, сезон охоты, третий, то есть на чудовищ. Ну, два там было, там вылазили чудовища, которые постоянно опрокидывали. И нежить Железной горы я еще, кстати, не смотрел. Давайте на аренку сбегаем, один на один, посмотрим, что тут. Орк 13 уровня. Слушай, ну у меня новость, у меня есть тоже орк 13 уровня. Давай его бафнем. Ловкость, ты будешь с очки силы. На, держи. Разорви ему задницу. Ой, как это было быстро. Все, спасибо. Так, опрокидывание. Спасибо, не надо. Бесполезная штука. Давайте начнем с нежить Железной горы. Кто вы такие? 620, дальники. Прикольные. Пятнашки луки и на интеллект. Сейчас, буквально секундочку. На интеллект. Вот это, кстати, тема хорошая. Но тут от силы еще зависит. Тридцатка интеллекта. Скорее всего, на лучников возьмем. У нас тут два лучника есть, в которого в одного можно что-нибудь закинуть хорошее. Да, у нас тут он луки по двадцатке дающий, по пятнашке. Окей, я согласен, погнали. Ой, я не посмотрел, какое количество, на какое. 4 на... Угу. Короче, вот этот дед. Я думаю, что их... А, да, тут надо каждый раз эту фигню выставлять. Ты дальник? Нет, ты воскрешающий. А, вы ближники. Давай вот на тебя пойдем. Два лучника, естественно, кого-нибудь раздамажат. И парень 13 уровня всех надерет жопу. Они замораживают по области. Так, но где-то даже сделать ничего не успел. Красавцы просто. Да, окей, мы возьмем. Деньги у меня есть. Камень, железо у меня до хрена. Кристаллов 10 для воскрешения. Ну, вдруг чё. Угу. Так, идем к лучникам. Лучница. 5 ловкости не надо, спасибо. Вот так вот. Так, ты у нас что? Тебе бы выносов качать в идеале. Потому что ты. У тебя 159 силы в данный момент. Я вот эти перчаточки купил. Оу, 5000 хп. Просто на боссов он идеальный будет. Да, вот эти чудовища 9 уровня, 4 против них можем выставить. А прикол в том, что они опрокидывают. Да, поэтому в этой мадам вообще какого толку-то и нету. Вот ты, да, ты тут что-то еще сделаешь. Вот, они просто опрокинули и все. И она апнулась за счет того... Эти вообще куда-то убежали в угол карты. И она апнулась у нас, супер. Да, отличный улов, эти меха нам помогут. И вот взять на интеллект 14-14, но я возьму перчатку. Железо у меня снова дофига, возьмем бабки. За бабки мы сможем что-нибудь купить вкусного. Кстати, мы купили, получается... А, перчатку. Сапоги тебе не нужны. Что тебе вкачать? Скорость. Увеличить скорость. Давай скорость увеличим. Может, ты кастовать будешь быстрее? Давай еще больше скорости. Так, теперь ты. Двадцатка. А тут 20-500. Конечно, давай так. Это же лучше намного. Меч 12 и ловкость дает. Да. А ты даешь 5 очков к силе и 950 хп. Давай мы тебе лучше силу вкачаем. 2379. Я не знаю, во что мы будем стрелять, но это что угодно убьет. Так, давай 8 на 8. Давай 5. Давай вот так вот. Тебе хпшечку разгоним. А, за счет перчатки можем разогнать. Она дает там фигню всякую. Так, у тебя 400, 240. Давай тебе вот это дадим. Это мы, в принципе... А, погоди. У нас тут же есть ребята какие-то невкачанные еще. Нет, все вкачанные. Этот бесполезный. Вот замораживающий. Он, ну не знаю, может у кого-то он и там и топ-топ, но у меня лох-лох. Ты... Ты, кстати, очень хорош. Ледяной пока нет, дед пока нет. Волки, я... Зачем я их покупал? Я их даже не юзаю. Так, вы на фул. Огры на фул. Огненные на фул. Так, орки на фул. Рыцари не нужны. Вот эту таверну бы прокачивать на топ рыцари. Но там такое себе с событием. Так, тут тоже камень нужен. Да, с камнем проблем. Но мы купить его можем. Я кого-то хочу вкачать, но я не помню кого. А, вот вас надо вкачать. Нужен, короче, камень. Давайте камня купим. Так, давайте купим камень и... Чего?
Угу. Что-то я не понял тогда, ладно. Вот этих прокачать. Они прям очень хорошие бойцы. Очень хорошие. А раньше там, типа, ты прокачивал уровень персонажа, и у него открывались ячеечки. Сейчас немного сделали по-другому. Сейчас мы вот этот хлам ему дадим. Пока что. Ну, в принципе, в магазине гильдии, вот они, 11 уровня есть, но он там весь покоцанный, как будто его там пинали 10 человек. И вот он, до 6 уровня я брать не хочу, потому что у него выноса на 40 меньше. Это того не стоит. Ну и тут, как видите, никого ценного нету. А в магазине предметов, кстати говоря, можно что-нибудь доприобрести, пока у нас скидочная неделька. 14-14 не надо. Горящий 45. У нас у лучницы получается на 50. Огненные сферы. Урон против горящих, да. Но это только с учетом вот этой мадамки. Кстати, у нее на 7. Вот это можем ей взять. Так, это не будем брать. Это шестерка тоже не будем брать. Вот это я возьму по-любому. Вот это я возьму. Потом обновим магазинчик и посмотрим. Так, еще один на интеллект. Да, тоже возьмем. Плащи у нас такое себе. 40 это урон стрелы против горящих целей на 40. Ага, у нас уже денег нету. Ладно, давайте-ка переоденем нашу подругу. Мы тебе вот это вот заменим на вот это. 5, вот это заменим на вот это. Косарь 800. Ты прям разрывать всех будешь. Тебе сила нужна в принципе. Кстати говоря, тебе сила нужна в принципе. 14-20, давай. 630, неплохо. Так, что у нас? Тут у нас просто грязь у этого бойца. Этот у нас всякий хлам собирает. Стоп, а чё? Стоп, не-не-не, продавать не надо. 8-8, 14. 14, на, держи. Тебя атаку повысим, ты. А, так, отражает 5 наносимых гладиатором атакой в ближнем бою. Урона атакой ближнего боя. А, ну это прикольно, но нет, спасибо. Тебе мы вот топорик давай дадим. Чтоб ты тоже более-менее наносил. У него 300, кстати, а у этого 4800. И наш танк 4500. Ладно, мы в ХП его не качали просто, вот и все. А ты? Ты у нас что? Тут у нас чистый интеллект остался. Интеллект у нас вот еще, кстати, дедулька есть. 8-8. Здесь 14, давай сразу. И здесь 5-3, нет, это нет, спасибо, это фигня. Так, вот ледяной, ну, он такой себе, он что-то там замораживает, не замораживает. Ну, такой... дурачок какой-то там. Вот ты, вот тебя надо вкачивать. Тебя вот надо вкачивать. 5 наносимого урона. Ладно, 5 наносимого урона мы пока оставим. А, что? Паук в городе. Да, 77 уровень. 18 тысяч хп. А, атака врага 1700. А, выстреливает взрывом сосулек, нанося в общей сложности 500 урона и точность 87%. Призывает нескольких маленьких пауков. Да. Пойдемте, пойдемте. Но там сейчас будет жесткий босс-файт. Естественно, естественно, у нас 7 человек. Но это две лучницы. Естественно, ты. Ты будешь защищать. Ты будешь кастовать. В чем прикол, короче, его? Он может воскресить наших, либо же тех, кто умрет во время боя. Поэтому мы, естественно, берем его. Потому что дед будет воскрешать как не в себя. Ты. Что у тебя по хп? Нет, стоп. Что у тебя по хп? 4570. Что тебе дать? 720 выноса. Но хп не вижу смысла. Если мы дадим тебе 36 силы, это слабо. Если мы дадим тебе... ну, ману, конечно. Ману мы дадим, наверное, вот этой подруге. Так. Ловкость. Если мы тебе ловкость дадим, что это увеличит? 2500, сейчас 2300, а так 2800. Оставляем тебе силу. Тебе мы дадим ловкости 900, ну, чтобы ты более ловкий был. Опыт, получаемый за битву, увеличен на 100%. Кстати говоря, не хочешь 100% опыта? А ну тебе зачем? Кто у нас еще выставлен? У нас выставлен ты. Давай тебе... ой, у тебя шмотки просто огонь. Реально просто огонь. Что там у нас? Давай вот это поменяем. 8-8, да. Давай тебе 100% опыта дадим. Угу.
Ну, ХП тебе не надо. Так, кто у нас с бутыльком, с бутыльком, с бутыльком? Ты без бутылька. Что тебе дать? Давай тебе маны дадим, чтобы ты щиток не хреновенький вывесила. А лучники у нас получат силу, наверное. Я просто не хочу сливаться на этом боссе. 720 давай дадим тебе. Так, ну что ж, погнали. Был босс и нет босса. Он воскресил паучка, и паучок нам помог. Да, спасибо, не за что, обращайся. Я возьму 26 кристаллов воскрешения, потому что это 26 кристаллов воскрешения. Так. Ага. У тебя скорость. Скорость влияет на каст, я так понимаю, да? Время... А, время выполнения, вот. Давай смотреть. Кулдаун, 1.5 секунды. Ладно, окей, ничего не поменялось. Ловкость на что влияет? У тебя тут чисто интеллект, да? Ну, 4 очка урона это такое себе, естественно. Да, тут чисто все на интеллекте завязано. Давай вот так. Ты там пока что воскрешайся. Хлам предметы. Давай дальше погнали. Сейчас эта неделя пройдет, может какое-нибудь событие появится синенькое. Так, магазин предметов обновился. Ух ты, какая штука-то прикольная. 14. Так, сейчас мы посмотрим. Ну, у тебя тут очень все хорошо, прям. Прям грязь. Вот это я бы вот снял бы. Я бы лучше бы в магазине предметов купил бы вместо вот этого тебе 30-ку интеллекта. Чтоб ты прям 260. Идеальные щиты просто. Она будет прям рвать и метать. Так, есть у нас что-нибудь на атаку? На атаку у нас ничего нету. А, ты у нас, дед, не интеллектуальный от слова совсем. Давай тебе вот это заменим. Так, ну это все мы продаем, потому что это нам все не надо. Хлам этот весь, тут ничего ценного нету. Обновим, может что-нибудь появится. Ну да, снова 14-14, 30 маны. Кстати говоря, 30 маны. Кристалл, ты, дед, держите 30 маны вместо вот этого. А это 14 маны продать. Все, погнали дальше. События, сейчас у нас будет там герой. О, кстати, стоп. О, нежить, Железной горы 2. Давай, 2 против 2 сходим. Сейчас мы потихонечку приближаемся к топ-арене. Давай тебя поставим, наверное, и, наверное, тебя... А, не-не-не-не-не-не-не, это волки, да. В том плане, что они сразу побегут к нашему хиллеру и сожрут его. Это еще те хитрожопые гады. О, неплохо. 25 камня, кстати, у нас камня нету, прекрасно. А, так, что у нас в гильдии хорошего? Волки, гномы... И все. А, и вот эти ребята, которыми я не пользуюсь. Давай. И давай. Все. Мы прокачали всех героев. Кстати, сколько мы платим им? 366 монет. Ну и фиг с ним. А, стоп. Давай, скидончики. Кого бы взять? 12 уровень. Огр. Хороший. Без бафов, но он сам хороший. У него 404 урона, 20 скорости, хп много. Добро пожаловать в нашу маленькую армию. Вот. Это типа второй ряд, которых, ребят, мы будем юзать. То есть вот он, огр 8 уровня. У него там накидано, вот даже мы сейчас 8 уровня, в принципе. Он себя уже как бы не оправдывает в плане... Ну то есть нам качать его, очень долго придется. Поэтому он идет нафиг. Вот, а ты... Ты получаешь все его плюшки, тем самым раскачивая себе еще больше атаки, еще больше урона. Так, это, кстати, надо убрать. Вот, итого у него 600 урона, 4000 хп. То есть взамену он пойдет вот этого, если что. Тебя в идеале вообще, ну, тут на это не то. 14 пока некуда вкачивать. Нам бы в идеале вкачать вас, 35 камня. Давайте в банк зайдем и купим 35 камня. У нас 5 камня. Нам надо 35 купить. Гильдия, давай, добро пожаловать. Вот, теперь вы хотя бы будете более-менее дамажить. Атака наносит врагу 12 атаки. Что там с нежитью? А, еще больше нежити. Ну, тут хорошо, тут, блин, одно сплошное железо. Сколько в банке стоит железо? Неплохо. Стоп, а за пятак?
140, слушайте, неплохо. Погнали. Так, железо можно прямо сейчас бабла нарулить и просто его перекидать. Так, ты, короче, бежишь отсюда. Это дальники, да? Ты же дальник? Ты дальник. Вот, давай вот в этого. Даже вот так вот. Стоп. Потому что я знаю сейчас, что будет. Они ворвутся просто, и все. И заруинят мне всю катку. Так, ты хилишь, а вы двое атакуете. Все, вперед. О, он прокачался. Молодец. 11 уровень. Я не знаю, тут апнулся, я просто за ним наблюдал. Да, да, да. Стоп, 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 стоп. А, ну это одинаковое. И тут можно взять железо и продать его, как вариант. Больше бабла получим за 15 железа, чем в принципе так. Так. От чего у тебя зависит? У тебя напрямую зависит от силы и от ловкости, да? То есть, если я сейчас на ловкость я подниму, 308 атаки. Ну, плюс мы еще на ловкость предметов можем набрать и, естественно, тебя прокачать. На, держи еще тебе. А, стоп. Тут силу надо вкачивать? Нет, тут интеллект. Чего вы мне парить это? Я что-то хотел... А, я хотел зайти в банк и продать железо. Сороковничек хотя бы. Нет, именно продать. Вот тебе косарь монет. А здесь у нас что хорошего есть? Я, может быть, что-нибудь пропустил. К сожалению, пока ничего. Давайте обновим. Луки пошли. Луки. Луки, кстати, нужны. Лук мы купим. Лук нужен. А на этот нам ничего не надо. Наш лучница молодец. 15-15. Тут 20 ловкости. Тут вот это вот можно заменить. Сапоги. Сапоги дать, к примеру, тебе. Да, эти, конечно же, продать. Так, скоро у нас бои на арене начнутся. Обновление предметов. Да, оп. Так, давайте дождемся. Вот так вот. Может, что-нибудь хорошее выпадет. Ну, конечно же, выпало что-то очень хорошее. Камни, дающие интеллект и ловкость, и луки. Ну, пока луки девать некуда. Тебе перчатка... Мы кому-то перчаточку же вроде давали из этих. Тебе сила нужна. Тут 20 сил и 500 хп. Давай поменяем вот так. Неплохо. Так, тут не надо, тут не надо. Тут 14, 20, 12 не надо. Тут так и так копья стоят. Тут 8, 8, а тут 14 даст. А, это еще меньше. Понятно, нет тогда. Тебе 100% не надо, ты вообще бесполезный. Ты, на тебе вот так заменим. Меч шестерку дает. А у тебя что? У тебя вообще вот это давай вот сюда поставим. Это продаем. Так, стадо рогатых чудовищ. О, мои заклинания обнаружили интересные экземпляры. Ну, короче, да, мы их только что убивали. Но... Так. Так, но она распространялась на территории рогатых зверей. Ага, четверым. Четверых выпустим. Но тут перчатка есть. И два кольца на интеллект, кстати говоря. Два кольца на интеллект вот этих, плюс тридцатка интеллекта. А, ей не нужен интеллект. Нужен интеллект ей, кстати говоря. Ну вот, мы можем заменить, например... Это плащ с хп. Да, погнали. Кстати, там на арену откатилось. Надо еще не забывать. Я забываю про арену постоянно. Ну, естественно, лучники. Естественно, танк. И давай ты, наверное, чтобы он жил просто и все. Просто, чтобы он жил долго и счастливо. Этот парень с топором. Как он меня радует. Я вот думаю, может на опыт покупать вещей. Так, на интеллект все же взять кольцо или давай. Да нет, возьмем вот это, пожалуй. Я вот тебя смотрел. 14, да, давай 20, 500. О, 666. Число дьявола. Так, ладно, окей. Что у нас тут? Давай вот так же меняем. Это продаем. Что-то еще же. А, арена. Арена, арена. А, мы всех, все, мы... 10 против 10, давайте вот этот бой. Там дают фигню всегда. Но тут, как видите, да, ты идешь, естественно, сразу же первым выносишь вот этого ушлепка. Тут мы выставляем двоих. Маг. Хиллер. Так, это можно закрыть. Это семеро только. Воскрешающий. И вот как раз-таки огр 10 уровня, который нам поможет. Мы сотворили грязь. И он, кстати, воскресил одного этого, 7 уровня. Так, это...
бесполезный кусок фигни. Блин, камень почему-то не дают, что обидно. Кстати, у нас сейчас плата 380 монет уже близится. Так, событий пока никаких. Опа, нежить железной горы 3. Вау, 55 уровень, 8500, 1700 атаки. Угу, неплохо, неплохо. Невозможно воскресить во время боя. Уменьшает ловкость на 40. Ой, братан, прости, но тебе будет больно сейчас. Нам снова дают железо и камни. Меня так радует, что нам дают тупо железо и камни. Ага, против пятерых. Ну, тебе не повезло, братан, потому что пятеро — это наш стиль. Вырвите ему задницу. Она его хилит. Он под щитом подвечным. Зачем ты щит накинул на лучницу? Что с тобой не так? Зачем ты ей щит дала? Бесполезная баба. Окей, я возьму железо. Я потом его продам просто. Что у нас с ней? У нас с ней 80% при вознесении. Это максимум, я так понимаю, потому что, ну, 100 из 100, и как бы дальше оно не идет никуда. Ладно, погнали дальше. У нас тут сейчас плата и бой на арене. Идем, естественно, в полая гора. Конечно же, как же без нее. Так, 8 боев. Не знаю, что за 3 кубка. Ух ты, что ж тут у нас? Арбалеты, эти, двадцатка. 4. О, это будет интересно. На четверых надо будет выкашивать вот этим по-любому. Ты идешь и выкашиваешь вот эту мадам, потому что их четверо, это будет грязь. Но у них арбалетчики. Давай вдвоем вот этого вынесите. Этот с дубиной. Так, тебя. Тебя. А ты один всех порвешь просто нафиг. Давай. Все, этот, главное вот этот ассасин, он забегает в спину, выкашивает всех. В идеале взять таких троих-четверых было бы вообще прекрасно. Кстати, хорошо, что тут у них хп не расходуется на бой. То есть бой прошел, и тебе не надо заново хпшечку восстанавливать. Так, ты давай вот эту выкуси. Да ё-моё. А, да, можно же вот так сделать. Ты, естественно, хилы. Давай лучницу возьмем. Лучницу на тот берег возьмем. Мага. Одного сюда, одного сюда. Одного сюда и воскрешающего сюда. У нас маг чуть не сдох. Реально, там на... Да, он чуть не сдох, поэтому давайте-ка. Просто сейчас бои будут сильнее, ему нужно больше хп, чтобы сражаться. Оу, фак, 6 этих ребят 27 уровня, ладно. Нет, 27 уровень у нас есть кем выкосить. Он тебя разорвет на части, как нефиг делать. А вот эти ассасины, это будет боль. Это будет большая такая боль. Поэтому, естественно, тебя. Тебя не будем, а вот вас двоих поставим. Все, понеслась. Вот да, ассасины — это боль. Они невидимы, и пока ты их не увидишь, естественно, ничего не придет. Так, но это хлам. Тут пару арбалетчиков, они сейчас будут двумя кучками стоять, тремя даже. Так, кто тут? 18 уровень, самый жесткий, поэтому, естественно, мы отправляем его на нее. Вот, что там за... А, это они машут, я думал, там летает кто-то. Ладно, так, это мы отправим. А тебя вот сюда поставим. Естественно, две лучницы, которые будут у нас выкашивать вот эту, именно вот эту. У нас четверо, да? Ну и давайте вот этих вот поставим вот так. Просто огонь очень сильно сжигает, поэтому нам проблем никаких нету с этим. О! А это хорошо. Так, знаете что? Я верю в то, что вы молодцы. Я вам буду шмотками вкачивать атаку и ловкость. А вот хпшку мы будем вам... А, у тебя 3000к? А из-за чего? Из-за шапки? Из-за перчатки, ясно. Тогда давай в ловкость все вкинем. Кто следующий у нас? Просто армия лучниц. Ладно, хорошо. Ладно, окей. Вот такие ребята, кстати, здесь бы зарешали очень хорошо. Ну ладно, у нас своя стратегия. Разорвите им задницу. Да, у нас своя стратегия, я буду ей придерживаться. 13 уровень, молодец. Давай, 5000 хп.
И все остальное в силу. 24 скорости, я думаю, это нормально. Вот лучницам, кстати, скорость надо будет раскачать следующими левелами. 2 мага огня, 4 арбалетчика и дед. Этот вонючий дед. Который... Кстати, у них шмоток нету. Обычно, то есть, видите, у них слоты тут под шмотки есть, но шмоток самих нету. Что, кстати, интересненько. Так, ну лучницы сейчас просто выкосишь тебя. Чтобы ей не дать использовать способность успеть. Да ё-моё. Так, вот так. Ассасин побежит и выкосит вот эту. А, ну и все, и ты сюда ставишься, ты сюда. Да давайте тебя выставим. Все, спасибо. Все, ассасин прокачался, никто не успел даже ничего сделать. Ассасин. 1000 хп тебе за глаза, я думаю, будет. Ну, мы тебе еще шмоток найдем. Давай мы тебе силы подкачаем. Чего? Плюс 3? Охренеть, сил не надо качать, надо качать только ловкость. Да, реально, надо вкачивать тупо ловкость. Удар тени тут, конечно, сильный, но тут еще и интеллект надо. Ладно, я тебя понял, чисто ловкость качать, короче. Закосячил мой косяк. О, 4 баффера. 3 деда и 20 уровень. Клипс. 3600. Окей. Ну, давай, покажи, на что ты способен. Твои 3600 против моих. Так, тебя давай отправляем вот в задние ряды. Выкашивать. Блин, один удар огненного шара просто выкосил всех. Он даже добежать не успел. Так, ну что ж, 8 уровень. Кто у нас тут? Блин, 3 ассасина. Ладно. 3 ассасина, это значит, что у нас есть вот эти ребята. Вот эти ребята. Вот эта подруга. И вот этот друг вот здесь. Не трожь мою магичку. Все, супер. И мы зачистили данную гору. 8 предметов, 15 фуфло. Ну ладно, 75 камней воскрешения. Карл, 75. Нет, мне не понравилась эта штука, я поэтому юзать ее не буду. Вот это вот мы сейчас кому-нибудь дадим. Угу. 8 на 8, 20 на 500. Как тебе такая идея? Сколько? 174? 146. А, у тебя прям реально ловкость от ловкости. Что это там такое? О, ни хрена себе, тут показывают, какие предметы дают ловкость. Угу. Тут именно сила. 133. Ладно, окей. Окей, пока так оставим. Вот тебе шапку надо поменять, 100%. Шапка 400 хп, конечно, да, это хорошо, но это такое себе. Шапки у тебя есть... Кофты у тебя 404 есть. У тебя 6 силы мы тебе поменяем на хп. Тебе эти 6 силы сильно роли не сыграют. Что у нас в гильдии? А, все, зданий новых нету. То есть зачистили мы гору. А что дальше? Подождите, а что дальше? Что-то я не понял. Ладно, окей, давай продвинемся. Поздравляю, парень, ты завершил последний чемпионат арены. Ты можешь продолжить игру, если хочешь, закончить некоторые квесты или повторить некоторые арены. Но как только закончишь с этим, дай мне знать. Я останусь еще на некоторое время. Короче, да, это все, это весь сюжет. То есть последняя это была гора. Но мы сейчас еще немножечко поиграем, у нас тут есть... моментики, в которых мне бы хотелось поучаствовать. Я хочу боссов посмотреть еще. Там же есть какие-то боссы по-любому. Вот. Плюс, ребят, хочу посмотреть финальный уровень. Ну, тут два... Я не знаю, тут финального, наверное, нет уровня. То есть, качай, пока не надоест. Вот. Поэтому мы сейчас этим и займемся. 5000 хп, конечно, хорошо. Ну, давай мы тебя в скорость вобьем. 30-ка скорости. А, все, спасибо. Это победа была, да. Это все. Магазин гладиаторов. И никого, никого, никого интересного. Давай дальше. Так, скидончики на предметы. О, топоры подъехали. 26 сил, ловкость 4, интеллект. Давай покупать, это чтоб топоры. Кинжальчик, 28 ловкости и 4 интеллекта, давай. Меч, 20 ловкости и вынос, давай. Что за пальцы?
Так, он взрывается, нанося 650 урона. Когда гладиатор получает урон от атаки ближнего боя, он взрывается, нанося 650 урона очков урона в радиусе 3. Ага, 650 урона в радиусе 3 метров. Неплохо, прикольная штука. Ядро на 20-ку. Ну, такое, радиусом действия против горящих целей. Повышает урон атакой с радиусом действия против горящих целей на 20. Это типа что? Я не понимаю, это на кого? Это кто у нас по радиусу бьет? У нас огненный маг по радиусу и бьет. Это как тебе дать такую штуку? Так, где тут у нас парни? 20-ка? 26, 4, держи. 12, 20, на, держи. 2600 просто. Как с куста. Так, вот эти кинжалы можно вам выдать. Тебе выдать. А меч на ловкость и кинжал на ловкость можно выдать кого-нибудь из лучниц. Вот 20-ка. 20-ка и 320 выноса. И 28,4 можно заменить на вот это. А это атаку понижает очень сильно. Ага. Ладно, оставим. Давайте огненное ядро просто уберем и все. Вот так вот. Ты останься, мы тебе кому-нибудь найдем. У нас вон огры есть. Два. Перчатка. Давай нафиг перчатку. Возьмем огня, потому что ты у нас и так атакующий. Так, дед. Восточу подед. Такое себе. Я хочу хотя бы докачать гладиаторов всех. Один против многих. Че у нас там будет? Угу. Ну это фигня. Это фигня просто. Давай просто тебя поставим, и ты сейчас всех разорвешь. Капканы? И че? Ах ты собака сутулая. Блин, они своими капканами, конечно, мерзкие, меня задолбают. Ну ладно, тебе сейчас не поможет мой капкан твой. Блин, он прям, это, подгорел у меня немного. Ну, я думал, что он сейчас откинется. Выноса дофига дает. Ладно, окей, хорошо. Так. Ну погнали дальше. Посмотрим, что у нас еще интересного. Я хочу боссов посмотреть. Магазины. Я думаю, что вот этот кусок карты еще откроется в следующих обновлениях. Поэтому, как только он появится, мы, естественно, вернемся. Потому что вот тут какой-то лагерь есть. Может, тут еще какие-нибудь карты добавят с боями. Так, магазин предметов. Повышает выносливость. Неплохо. Повышает здоровье на косаре. Дает 240 выноса. Неплохо, неплохо. Посохи что? На 30 интеллекта и 6 ловкости. Давайте купим. Ловкость на 15, 750 к хп и 6 к скорости. Давай вот это купим. А у нас есть магичка, которая понравится. Это все 14-14. Давай вот так. 2500. А тут 14-14. Вот что прикольно. Возвращает мертвого союзника или врага, а воскрешенный гладиатор получает один уровень за каждые 10 очков интеллекта. У нас, то есть 10 уровней он получит. Нельзя использовать зомби или гладиаторами без голов. Да, это я помню момент. Так, что у нас тут? Вот это давай еще-то тебе дадим. Кулдаун 0.3. И у него уже 117. То есть 11 уровней получит мертвый... Ну, кто помрет. Давай тебе вот эти шмотки заменим. Чтоб ты хотя бы более-менее дамажил. Так, тут что? Тут можно тебе лук дать на 20 ловкости, чтобы ты более-менее дамажил. А тут у нас перчатка на 8 атаки, которой тебе нечего дать. Ну давай вот вместо вот этого. Это все, в принципе, можно продать как хлам. Ну, можно докупить... О, не-не-не, это мы оставим. Вот это можем продать. Можем докупить бойцов, конечно, но типа зачем? Вот это вот сюда давай. ХП, фикс ХП, если атаки много. Я хочу вообще какие-нибудь еще задания посмотреть. Может, какие-нибудь появятся. Тут у нас остался один на один. Кто тут? 17 уровень? Ну, давай, вот тебе 15. Разорви ему задницу. Ага, молодец. Все? Да выпендрился. Но я буду ждать обновлений. Я буду ждать обновлений с новой картой. О, хлам подъехал. Ну, не знаю. Вынос, конечно, нужен. То есть очки выносливости 500. Но спасибо. Мне и без выноса пока хорошо. Магазин предметов. Ага, чей героев. Паук возвращается в город. 126 уровень? Охренеть. Давай, давай. 126 уровень, босс. Я этого, ради этого я и остался. Так, давай вот так, вот так, вот так. Вот так, естественно, вот так. Естественно, вот так. Воскрешающий по-любому. Ты давай и ты давай. А ты врывайся и просто рви ему зад. Ты, скорее всего, сдохнешь. Поэтому давайте дадим 1500 хп.
А тебе дадим 36 силы. Тебе дадим 45 интеллекта. Эти косарь 700 выноса. 100% опыта мы дадим вот этому. Рыбка что дает? 660 выноса не надо. Вынос и хп. Да, у нас остался один хлам. Ладно, давай вынос и хп тебе дадим. Все, сражаемся. Все, он разорвал его на куски просто. Я просрал! Кажется, еще сильнее в виде нежити. Я просрал! Охренеть! Паук возвращается в город. Блин! Так, что я сделал не так? Я знаю, что я сделал не так. Стоять. Магазин предметов. Я знаю, что я сделал. Так, 650 при взрыве? Нет. Ловкость на 30? Нет. Это опыт, получаемый за битву, мне нафиг не уперся. 2700 хп. Я покупаю. Сейчас мы повторим. Ничего. 2700 хп. Так. Опыт нам не нужен. Ну, мы купим бутыль опыта, чисто просто, чтобы был. Это чисто на ловкость все. Просто сейчас у нас арена начнется. Я хочу как-то его раздамажить. Я тебе сейчас дам продать. У нас 97 этих кристаллов воскрешения. Короче, паука нам еще рано косить. Давайте мы сейчас тогда... Я быстренько пройду арену. Вот, заново. И мы тогда уже потом пойдем на паука еще раз. Так, в общем, я прошел арену. Мы сейчас еще раз попытаемся за пауком сходить. Так, кто у нас, в принципе, дед? Тебе надо вкачать, чтобы у тебя еще две ячейки открылось обязательно. Ассасину надо две ячейки. Вам не надо, вам всем... Все. Значит, нужно дедов и ассасинов вкачать на две ячейки. Это не вы. Ассасины и деды. Нужен... Так, стоп. Нужен камень и нужен камень. Банк. Нужен просто... Нужно очень много камня. Там очень много камня. Купить. Гильдия. Давай ассасинов сначала. Дедам что надо? Еще 40, еще 20 камня. Давай еще 20 камня. У нас только денег нету. Так, у нас осталось 800 монет. Это будет тяжело. Магазин предметов. 800 монет. Угу. Ловкость. У тебя все завязано на ловкости, ведь правильно? У тебя все завязано на ловкости. То есть этот предмет на 800 ловкости тебе пойдет идеально. У тебя 400... Сколько без меча? 300-400. Я уверен, что мы всосем. Да, потому что я что-то как-то верю в это очень сильно. Магазин гладиаторов. Да тут ничего интересного. Два ассасина мне не спасут. Тут вон... Оп. Стоп. Тут у нас бои. В общем, сейчас я немножечко подкачаюсь, и мы пойдем на босса. Так, ну что ж, я подкачался немножко. Ну как, немножко, мы немного уровня апнули, там я каких-то шмоток купил. Вот, давайте попробуем еще раз на паука. Больше, кстати, квестов побочных никаких не было. То есть я пытался, я искал, но побочек никаких не было. То есть чисто вот паук и все. Вот, кстати, я тебе могу приоритет выставить, чтобы ты ему именно дала щит. Хорошо. Ну, будет весело, я думаю. Так, замораживающий. Тебя вообще заморозить можно? Нельзя сбить с ног или вывести из строя умения, которые лишают самообладания. Вот после убийства сороковник, конечно, это хреново. Так, если мы чисто на одного танка пойдем, то тогда у нас... Какой вариант? Какой у нас вариант? Я не знаю, какой у нас вариант. Ну, тебя он разорвет сразу же. Давай вот так вот попробуем. И мы всем вам даем зельки. Вот это и вот это. Вы, тебе интеллекта накидываем, чтобы ты прям заморозил ему задницу. Вам ловкости, естественно, и выноса. Так, тебе мы даем, наверное, еще больше интеллекта. Дед, ты, наверное, давай тогда вот так вот. Получается, у всех все есть. А, у тебя нет ничего, да? А тебе сила нужна в идеале. Но у тебя на силу ничего нет у нас. Давай тебе тогда вот так дадим. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, давайте еще раз проверим. Еда. Есть, есть. Есть, есть, есть. Есть, есть. И есть. Ну что ж, погнали.
Так, он замерзает. И мы вынесли. У нас убили двоих. Или даже больше. Не, за что? Я выберу... Да, у нас умерло 4 человека. У нас прокачалась мадамка. А, давай тебе больше хп дадим. Ну, прекрасно. А, без проблем. Так, или... Животные начнут болеть от голода. Давай вот сюда пойдем. Так, неважно, что ими движет, я плачу им не за то, чтобы они следили, чтобы сидели дома. Верно. А, выберите награду. Железо нам дохерища. У нас 129 камней, не знаю, откуда они взялись, окей. Так, все получается, у нас событий никакие не появляются. То есть вот с пауком мы разобрались, это было фуловое. Ну, тут магазины предметов, шмотки, это все хлам. Больше никаких этих не появляется. Единственное, что я хочу, это я хочу зайти в гильдию и прокачать вот это здание. Ой, подожди. Так можно еще больше тебя вкачать. Давайте тогда прикола ради улучшим все, что можно. Так, нам нужно дерево. Нам нужно дерево и камень. У нас 6 тысяч, да? По идее. Нам нужно дерево и камень. Давай купим сотку дерева. Сотку камня. Денег-то у нас вон дофига. Плюс зелек у нас дофига. Так, гильдия. Что тебе не хватает? Все тебе хватает. Держи. Чух ты, нифига себе, там прокачка будет. Ага, ну, кое-что мы прокачали. Так, давай посмотрим. Ну, тут аренка осталась один на один. Кстати, один на один. Зелья перестали падать. Да мы тебя воскресим. Ой, я чуть не нажал продать. Фух, слава богу, я не нажал продать. Ну, тут да, тут без... Ну, 3000 опыта идет, что хорошо. То есть, можно как-то будет где-то каким-то макаром прокачаться. Плюс шмотки выпадают хорошие. Вот. И у него... 326 тысяч надо опыта, чтобы его поднять на левел. Это дохрена. Вот непонятно, почему ребята тут качаются еле-еле. 1500 хп. Неплохо, неплохо. Но нет, спасибо. Да, почему у них за уровень очень мало идет? Что, вот 10 на 10, кстати, имбовейшая вещь. Плевать, кто здесь. То есть, ну, для нас 10 на 10 это прям красота. Потому что... Ладно, давай мы тебя воскресим. Потому что для нас это прокачка абсолютно всех бойцов почти, кроме ледяного. Но, кстати, заморозка, я посмотрел, она сработала. То есть мы паука замораживали. То есть нам это кое-как помогло. Вот эти пальцы разрывные. Конечно, такое себе. Так, ну в гладиаторах тут никого нового нету. И у нас должен быть ивент еще один, как минимум, на бои гладиаторов. Ладно, в общем, давайте мы на этом закончим. Я, наверное, вкачаю еще... Ну, я, может, еще немножечко поиграю, тем более у нас вот тут есть, да, немножечко поиграть можно. А, все, что нам надо, я бы хотел вот это вкачать по фулу, потому что... Ну, хотя, ладно, у нас вот тут воскрешение. Подожди, а что у нас тут еще может быть? А в будущем обновлении мы планируем добавить возможность покупать здания, которые позволяют вам не только нанимать гладиаторов нового типа, а, например, тренировочный зал, храм для медитации и многое другое. А мы также будем рады услышать ваши идеи. А, то есть мы сможем закидывать героев сюда, чтобы они прокачивались. Это вообще, кстати, тема классная. Если они это добавят, это будет прям топ-топ-топ-топ-топ. Я прям буду этому очень сильно рад. Это, кстати, очень хорошая идея. А, плюс третий уровень башен, это хорошо, но типа вот, ну, инвентарь 6. Можно раскачать еще чисто на доп. Опыт. Ну, естественно, за очень большие ресурсы, конечно же. Без этого никуда. Вот, ну, героев, в принципе, хватает. То есть, волки, они интересные, кстати. После смерти этого гладиатора враги теряют 20 от всех очков здоровья. Ни хрена себе. Ну, до получения опыта... Истукан на двадцатку, конечно, такое себе. Вот, но в принципе прикольно реализовано. Игрушка очень классная, и она меня прям очень сильно радует. Давайте-ка мечик сюда возьмем, может быть, кому-нибудь его можно дать. Это у нас ловкость двадцатка. 28, 15, 15, это не надо. Тут у нас вон магичку я чисто всеми жезлами. Осталось только еще один найти на тридцатку жезл. Хотя и все, она, у него 3000 просто брони дает. 2800 брони и 3000 хп просто за один каст. Вот, поэтому эта тема топовая.
Так, тут на ловкость, кстати, 20-ка ловкости, 28. Нет, а тебе не надо. У тебя что? У тебя тут этих мечей усыпано... О, кстати, держи. 800, это можно продать. Ну, тут есть, конечно, ребята, которых вот тут вот можно очень нехиленько. Но тут единственный чем момент, тупо за воскрешение идет. А обращает врага в бегство на 6-6 секунды. Стоимость выноса 128. То есть тут все от выноса зависит. Урон ближнего боя, типа, атакует врага на 17 урона. Ну, это такое себе, как вы понимаете. Он чисто на воскрешение героев идет. В общем, как только появится что-то новенькое, мы обязательно продолжим в это играть. Я надеюсь, что... Ну, тут, вот, видите, затемненный кусок карты. Вот этот шатер, я думаю, что будет следующим. Но нет, я думаю, что откроет шатер, тут дальше куда-то дорога идет. И вот тут открываются какие-то здания постоянно, да? Тут шахта вот открылась, вот этот домик. Я думаю, их сделать бы какими-нибудь прикольными местами, чтобы можно было там какие-то квесты рандомные. То есть не вот эти вот три. Во-первых, сейчас вот дружелюбие и фаворит, они все. Вот эти квесты от, получается, народ и верховных некромантов, они не выпадают. То есть сколько я ни кручу, вот, квесты от них не падают. Что, кстати, печально. Да. Очень печально, потому что я рассчитывал еще и на них. У них квестов, ну, добить репутацию до сотки. А мне как бы этого не дают сделать. Вот, ну, ладно. В общем, классная игра. Как только выйдет обновление на новый, там, вдруг арена откроется, обязательно мы в это поиграем. Ну, а на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.